3 июля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовал научно-практический семинар по повышению квалификации для русистов стран зарубежья. Организатором мероприятия выступает Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета и Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Семинар проводится при поддержке Министерства просвещения России. Университет проводит довольно-таки большое количество мероприятий в области языкознания, литературоведения, искусствоведения. И мы считаем, что вот этот результат, он напрямую связан с теми нашими достижениями и мероприятиями, которые проводятся на базе Казанского федерального университета. Семинар по повышению квалификации проводится в онлайн-формате. Мероприятие стартует в первый раз, но пройти курс повышения квалификации решили более 400 представителей стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего принимают участие высококвалифицированные специалисты из 59 стран, среди которых Соединенные Штаты Америки, Германия и многие другие. Образовательная программа семинара обширна. Здесь для участия сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации, знатоки своего дела, будут проводить различные интерактивные игры, лекции и конференции, которые глубже погрузят в науку и изучение могучего русского языка. Вообще в истории Казанского университета такого широкого охвата не было. Модуль «Цифровые технологии в обучении РКИ». Сегодня это очень важно, да? Как с помощью цифры сделать занятия более эффективными и интересными? Есть модуль «Русский язык как иностранный» для профессии. Здесь тоже есть специалисты, которые, профи в этом направлении, и они будут давать свои методики. Конкурс повышения квалификации продлится до 5 августа. Отметим, что грант на реализацию этого проекта Казанский федеральный университет выиграл в конкурсе от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Наряду с КФУ грант получили также Московский государственный университет и Российский университет дружбы народов. Однако настолько широкая география участников представлена только в Казанском федеральном университете. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.